Аллилуйя. И знаете, друзья, вот это люди, это ребята, это девушки и юноши, это будущие светила, потому что Бог, Он непредсказуемый. Порядка из 10 городов России приехали сюда студенты или желающие понести это чудное предназначение миссии на этой земле. И знаете, чтобы распространялось царство, Богу тоже нужны профессионалы, и Богу нужны самоотверженные люди, которые бы пошли и понесли Его благую весть на этой земле и могли разбавить черные дни бытия этой земли, этого общества, светом Божьим. И знаете, я очень сильно с ними за этот месяц соединился, за полтора. И знаете, я даже почувствовал, как я вот влюбился в этих ребят, в этих людей, потому что, знаете, я не знаю, и мы не можем даже предполагать, что Бог великого и необычного сотворит в жизни каждого из них и через жизни служения каждого из них. И поэтому мы совершим одно священное действие. Они выйдут, они пойдут в другие города, они пойдут в те церкви, откуда приехали, снаряженные. И нам, как церкви, головной нашего объединения церквей, нам надо их благословить. И от твоего благословения, от того, что ты высвободишь сейчас в их жизнь, зависит очень многое. И каждое благословение, каждая молитва ваша для каждого из них важна. И перед тем, как мы будем молиться, я еще бы хотел поблагодарить служителей церкви Скиния города Новосибирска. У нас была команда порядка там 15 человек, и все по очереди приезжали, и те, кто давал базовый материал, и те, кто приезжали факультативы давать. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы встали с этих мест, приехали к нам молод, вы служили, вы говорили, вы наставляли, учили для того, чтобы одеть этих красивых юношей и девушек во всеоружие Божие. Спасибо вам, друзья, спасибо, что вы те дары, которые у вас есть, вы передали, вложили в них. И мы будем продолжать это божественное установление, которое есть в этой церкви. Покуда есть посланничество из этой церкви, она будет жить и процветать. И от первого ряда до последнего будет благодать Божья сопровождать всякого человека. Давайте мы благословим, и я хотел бы позвать, Дмитрий Николаевич, Евгений Юрьевич, давайте я хотел бы вас позвать, чтобы мы положили руки, чтобы сила Господня, она была на них. Также, конечно, я хочу поблагодарить в селе Молот на базе всех, кто служил нам. Спасибо вам, друзья, спасибо вам, братья и сестры, которые создали нам этот комфорт и уют. Ну а сейчас к основному священному действию. Давайте закроем глаза, давайте поднимем руки и будем молиться за них. Аллилуйя, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Твое святое имя и говорим: положи свою печать, усили их во имя Иисуса. Надо молиться. Усили их на это путешествие, усиль на это чудное предназначение, которое Ты обозначил. Отец, крепкой мышцей Своею усили их, помазанием, Отец, усилий, чтобы они, совершив Твою волю, принесли плод 30, 60 и 100 крат. Отец, пусть успех, который от Тебя сопутствует им и споспешествует во всяком деле рук их, и успех, чтобы этот был очевиден для всех во имя Иисуса. Мы благословляем их, благословляем на служение, благословляем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь, давайте их благословим. Благословляем. Благословляем. Благословляем.
Аллилуйя! Ну что, друзья, и сегодня вы еще пребываете здесь на служении и потом по городам. И, пожалуйста, пусть от вас приедут еще сюда ребята, девушки, юноши, братья, сестры, чтобы мы могли перелить то вино, которое Бог дал нам. Аминь. Все, с миром, занимайте места. Доброе утро, церковь. Все слова были сказаны, мы присоединяемся, но мы, как дети послушные, всем, всем спикерам, всем нашим учителям, пасторам, кто был с нами, мы, как дети послушные, мы хотим вам принести к вашим ногам наш низкий поклон. Спасибо вам, что все это время вы были с нами, что вы вкладывали в нас эту частичку себя. Мы, это поклон, это печать, что мы послушные дети и будем... Как стрела, сказано 125, как из колчана достанная, мы полетели. Аллилуйя, спасибо. Аллилуйя. Ну и прославим того, ради кого мы здесь собрались, во имя Иисуса.